Мои дорогие, дух восточного христианства – это и есть то, что мы с вами вот изучали вот вторую неделю. Значит, это автор, это я вам говорила уже, что относительно патристики у нас два известных автора там – Гонсалес и Ярослав Пеликан. Гонсалес, вот перевели историю его, и там хорошо сказано про отцов. А Ярослав Пеликан никто не переводил. Это я сама, то, что я буду читать, я перевела, потому что интересная очень работа. Называется «Дух восточного христианства», где все его особенности объяснены. И вот мы сейчас вникнем в эти объяснения с рассуждением. Значит, первая черта восточного христианства – соборность. И хорошо, если будете записывать и размышлять так, что мы приняли христианство в греческом виде, в восточном виде, от восточной части. Слышите? Это вы имеете в виду православие? Или православие, христианство в Руси в этом виде было принято. Да. Восточного... уже тысячу лет уже было очень много искаженного. Но секрет-то какой? Секрет в том, что за сотню лет до этого в Россию пришло Евангелие, переведенное нашими, можно сказать, апостолами Руси, Кирилл и Мефодий. За 100 лет, да? Да. Это где-то в конце 9 века. Таким образом, на славянском языке, на понятном языке. Вы знаете ли, ведь католичество распространялось и на каком языке? На латыни. И богослужение было на латыни. И у нас было богослужение в начале на славянском языке, который народ понимал. Это тогдашний разговорный язык был. Вот, как Кирилл и Мефодий переводили, это отдельная история. Если Бог даст мне в следующем году прочитать заветный курс «Стрекольники, раскольники, духоборы, молокани», то я там это подробно расскажу, как этот перевод совершался, как новые слова находили Кирилл и Мефодий, которых не было в славянском языке. Например, слово «прелюбодеяние» такого слова не было. Понятия такого не было. Жили, как жили. А знаете, какое значение этого слова «прелюбодеяние»? Переступить через любовь. Значит, дух восточного христианства имеется в виду византизм. Имеется в виду восточная часть Римской империи. Имеется в виду то, что мы с вами изучали. Так вот, первая характеристика его – это соборность. Поскольку народ воспитан в православии, эта черта, она стала у нас даже национальной. Ну, в советское время как это называлось? Коллективизм. Вот. Мир решил, миром помолимся. Мир, то есть общность, которая в этой вот месте живет, деревня, село, городишко, мир. Так вот, соборность. Откуда идет это понятие соборности? Нормы этого учения выдвинул Максим Исповедник. Вы помните, кто он такой? Он боролся с каким направлением? С монофилитами. Ага. Он доказывал, что у Христа две воли. Ну и ты, пожалуйста. Первое, что он... Здесь несколько моментов он отмечает. Отцы всегда правы и во всем согласны между собой. Не всегда они согласны между собой. Это вы хорошо понимаете, да? Не всегда правы. Соборы были вот как проходили. По-наружному. Но полагалось писать так. В согласии с отцами, помните? Вот. Во-первых, они были не всегда правы, и не всегда согласны. Это мне не нужно доказывать. Это понятно, да? Правы, то,
только те, которые понимают Слово Божие мистически. Если вы будете разговаривать с любым православным, то вы очень скоро уткнетесь, когда вам скажут, это тайна. Ну, а вот это, а это тоже тайна. Понимаете ли? Тайна. Все вообще, все дело личное. Вера, да. Это дело личное, это тайное. Не надо об этом говорить. То, что Бог дал человеку знать, то он знает. А то, что Бог не дает человеку знать, то это, конечно, тайна сия. Так, Алеша, мы очень любим сесть в кружок вокруг Библии и читать, и размышлять. И очень много Господь открывает нам, соборно тут сидящим. Я всегда поражалась тому, что мы приходим к какому-то согласию, тишине в сердце, покою, расположению, дружелюбию, миру, умиротворение в группе наступает после того, как мы там шумели, не знаю, согласны, не согласны. И вдруг приходит к какой-то точке покоя. Это действительно Бог делает и приводит к этому. Но здесь речь, значит, только слово «мистически», понимаю. Ну, Алексей комментарий дал, что такое «мистически». Мистическое понимание есть только у тех, кто заслужил Духа Святого. Так, у вас есть комментарий? Духа Святого не заслужил. Стяжание Духа Святого. Вот стяжание Духа Святого. Это любимые слова, которые повторяют, якобы сказал их Саровский, возможно, так сказал. Стяжайте Духа Святого. Я вам рассказывала, когда я читала это в таком контексте, что Серафим Саровский какого-то человека неверующего убеждал стать христианином, и убеждал он его не из Библии, не говоря о божественности Христа или что-то, о чем мы говорим, а убеждал так, чтобы он физически почувствовал, как согревает, как греет, как присутствие Духа Святого. Дело было зимой, в лесу, в снегу. Вы, то есть, понимаете ли, желание православного, чтобы другой это пережил. Весь смысл церкви православной и всего, что там устроено, чтобы ты пережил. И когда Владимир выбирал именно православную форму христианства, там же было предложение, предлагали ему иудеи, предлагали мусульмане, предлагали, в общем, разные были, выбирать веру. Он выбрал, потому что пришли гонцы и сказали, ну, князь, побывали мы в храме православном и не знали, были мы на земле или на небе. Все в золоте, ангелы поют, свечи мерцают, красиво. И вот русские любят красивое все. И вот за красоту избрали, значит, такой вот такой храм. И у меня, значит, из нашей церкви одна, тоже подружка моя, отправилась в православие. Я говорю, чего ты? А она говорит, Марина, понимаешь, там кругом живые помощи. Живые помощи, то есть вот... Тут тебе иконы смотрят на тебя добрыми глазами, а тут тебе свечки горят, а тут у тебя иконостас целый уже, а тут этот аромат идет, курение. Поэтому живые помощи кругом. Ты никак сам не стоишь, а тебя подпирает со всех сторон. И ты вот чувствуешь. Я говорю, а когда ты вышла из храма? Ну что же, ты вышла, храм там остался, я тут пошла. Вы понимаете ли? Чудо Божьего Слова, что он создает вот это дивное блаженство от общения с ним, хоть в глухом лесу, хоть в одиночестве, хоть двое или трое. Ну ладно, значит, кто заслужил Духа Святого? Так а как вы считаете, значит, заслужить нельзя, а стяжать? Ну, стяжать. Если он у тебя есть, ты можешь его исполняться. А если у тебя его нет, то ты не исполнишься. А стяжание духа это фактически то же самое, что и заработать, заслужить. Стяжание, да.
Но скажите, пожалуйста, что мы с вами делаем, когда нам нужно... Мы чувствуем, что мы духовно как-то ослабели, и нам нужно подкрепиться. Мы молимся. Есть настоящая молитва, в которую ты входишь, с концами входишь, и ты забываешь время. Для этого нужно... Я говорила вам, что для созерцания, для молитвы нужно заботиться, создавать условия, чтобы ты... чтобы тебе не звонил телефон, чтобы тебя не, к этому времени тебе куда-то надо бежать. Ну, сделай так, просторный какой-то кусок времени, чтобы можно было перед сном, например. Мы молимся. А еще какие у нас есть способы? А? Пост. Пост, когда какая-то нужда, когда тебе больно очень. Ну, в принципе, когда чувствуешь, что духовно, когда опускаешься, тоже пост нужда. Неплохо. Вот. А еще что? Писание. А? Через Писание. Знаете что? У меня всегда начинает сердце расширяться, и все. Когда читаешь, что оно животворящее слово. В нем жизнь. И неоднократно сказано, Христос называется Словом. И в Откровении на боку его надпись «Слово Божие». Будет всадник. Слово Божие. То есть оно животворит. И читать тоже так. Большим текстом. Что еще? Что мы еще делаем? Общение. Общение. И совместная молитва. Общение с другими христианами и участие в нуждах других. И если тебе плохо, ищи, где ошибся. И чтобы выскочить из состояния, пойди сделай что-то доброе. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Еретики тоже знают Библию, но только ее букву, если они не согласны с отцами. Какое хитрое высказывание. Так что мы теперь имеем преимущественно. Мы, по крайней мере, хоть знакомы с отцами. И со многими согласны, да? Воры – это те, кто ищет противоречий у отцов. Это тоже хитрое высказывание. То есть ты не можешь помыслить о них и об их различиях. Вы помните, мы читали с вами, кто как понимал крещение? Кто-то считал, что надо научить, кто-то верил в детское, кто-то считал, что совершенно детей не надо крестить. У них были разные мнения, они были живые люди. Так вот, значит так. А теперь пояснение. В деле соборности самым главным оказывалось согласие отцов. Именно оно являлось авторитетом, а не их мнения. Вот это уже интересное. Они могли разные мнения высказывать, но иметь согласие в чем-то главном. Настоящее согласие имело в виду не столько личности, сколько дух церкви, традиции апостолов и отцов. Это Ириней очень много об этом говорил. Авторитет – это авторитет апостолов. И именно это согласие было обязывающим и к повиновению. Так, это уже более интересно. То есть, вы знаете ли, что когда читаешь Карташова «Вселенские соборы», он каждый собор говорит, икона этого собора такая-то. То есть икона, ну, главная мысль. Я это как-то очень поняла, когда я стала размышлять о соединении патристики и истории, что я вот должна делать вам, да.
и историю как почитать, и патристику. Потому что патристика, она имеет одну свою икону. Ну, круг размышлений о отцах церкви, об их вере, об их мнениях, об их спорах, об их согласии потом, к которым они приходили. О том, когда было несогласие, каким катастрофам это приводило с монофизитами. Понимаете ли? То есть это как икона. А история, она имеет другую икону. Другое, ну понимаете смысл, о чем я говорю, да, главную идею. Так вот, значит, речь идет о согласии отцов не по мнениям их, мнения могут быть разные, но вот дух церкви и их согласие в главном. Решения соборов рассматривались как действие Святого Духа. Вы согласны с этим или нет? Вот как мы изучали соборы. Там Константин что-то сказал. Там сказали не поклоняться, читать, а пошли делать то же самое, что делали. А с другой стороны, символ веры нормальный. Да. Сочинили. Да. Поэтому... Но опять же, можно их назвать вселенскими в полном смысле слова? Потому что они... В Западной Церкви почти никого. Ну нет, сколько это было? Нет, ну все равно, даже в какой степени действия Святого Духа? Так, по идее, везде действия. Женя, я поражена была, когда я вам рассказывала, как заперли сколько там этих делегатов, пока не вырвут они, как выразить, как именно соединяются две природы во Христе. И они выдали чудо богословской мысли. То есть какие-то чудеса происходили. Человеческое, и вдруг Божий превозмогает. И так было то же самое, ну хорошо, Константин, но Бог воздвиг Афанасия с его глубочайшей верой и глубочайшим убеждением, что если Христос не Бог, то мы не спасены. Ну так вот, это вот вам действие Святого Духа. Поэтому признавались решения пяти соборов, учение отцов и Писание как авторитет. Соборы должны быть экуменическими, то есть разные мнения, но рассматриваться должны в одной вере. Вы понимаете ли, мнения могут быть разные, а вера должна быть одна. Соборы – это каналы для традиций, их надо цитировать наряду с Библией. Здесь имеется в виду авторитет не самих соборов, а истины. И поэтому православные цитируют соборы и решения соборов наряду с Библией. И я думаю, мы не могли бы возражать против этого. У нас хор поет, например, символ веры. Верую. У вас поют? А в некоторых церквах наизусть читают. Вот читают вот «Отче наш», да? И читают вот эту вот верую. Потому что это выковано на века, на всю христианскую жизнь, вот эти истины, которые ради, как там сказано хорошо, ради нас, сошедший и воплотившийся, так трогательно, ради нас. Почему только пять соборов, понимаете? А потому что с иконами они не согласны были. С монофилитами. Вы так спокойно, бодро мне все это рассказывали и ответы писали. Ну, вы понимаете, в чем дело? Это просто зажмурились на этих монофилитов. Потому что если две воли, так опять получается две личности. Это не две природы, а воля. Две личности. И тогда просто... Вы знаете ли, что... И оставили это уже. Поэтому хитрое дело с монофилитами. Просто православное богословие, оно вышло из положения вот таким образом. Это Иоанн Дамаскин. Иоанн Дамаскин завершил развитие греческого богословия, вернее, восточного богословия. И он сказал, что божественная природа... взяла себе человеческую природу, а не наоборот. Не век обожился, а Бог вочеловечился. И Бог взял себе человеческую природу. Вот так вот.
Ну, хотя воли две, ничего сказать не можешь. Так сказано, пусть не моя воля будет, а твоя, две воли. Каким образом из проблемы на Халкидон вышел из очень тяжелой проблемы? Соединение двух природ в одной личности. Он просто император, этот Лев Первый, оставил в стороне все... Он не может заглянуть, как внутри у Сына Божьего, как соединение там происходит. Но он ясно знал, какую нужду имеет он как человек. И он подошел со стороны нужды человека и решил этот вопрос. Мне нужен Бог, который меня простит, и человек, который возьмет этот грех. Понимаете ли? И он решил решение этого собора. Значит, все богословие Максима Исповедника, которое мы сейчас с вами положение читали, это поклонение Святой Троице с нераздельными ипостасями. Он считал, что цель истории – воплощение Сына Божьего и обожение человека, то есть восстановление Адама. Мне, знаете что, мне восхищает у отцов церкви вот такое мышление. Цель истории – воплощение Бога и обожение человека. Это смысл истории. И тогда такой муравьиной вознёй представляются все, чем люди заняты здесь на земле. Какие-то таракани бега, понимаете ли? Потому что главнейшее вот это вот, что Бог явился во плоти. И это освещает совершенно и красоту эту, и солнышко, и здоровье наше, и семьи наши, и любовь нашу, и деток наших, и труд наш, который, что ни делайте, делайте как для Господа. Представляете, все освещается. Чудо. Это главнейшее. Ну вот, спасение понималось через обожение. Мы принимаем, мы соглашаемся с этим. Суть спасения в обожении. Как понимается обожение? Хорошо все помнят. Соединение с Богом. Я лозавые ветви. И тогда в тебе сок этой лозы. Ты пребывай только. Я вам говорила уже, что очень многие проблемы мы пытаемся умственно решить или волевым усилием. Рот себе завязать, ноги связать, руки связать, чтобы... Бесполезная вещь. Ты пребывай в лозе.